Казахстан находится на завершающей стадии переговоров по вступлению страны в ВТО. Об этом по итогам встречи с еврокомиссаром по торговле Карлом де Гюхтом в Брюсселе заявила министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова. В ходе переговоров обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и достигнут значительный прогресс в согласовании текста раздела о торговле и инвестициях нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Стороны договорились по тексту обязательств нашей страны в применении экспортных пошлин и гармонизации тарифов в контексте членства государства в таможенном союзе. Европейские инвесторы, а это наши самые главные инвесторы в экономику Казахстана, наибольший объем прямых инвестиций идет из стран членов Европейского Союза, будут иметь наиболее благоприятный инвестиционный режим при инвестициях в обрабатывающие сектора экономики. И также мы создаем условия для найма и въезда иностранных европейских высококвалифицированных специалистов в тех специальностях, где у нас есть нехватка и которые необходимы для реализации инвестиционных проектов.